Раскидать скопившуюся во дворе кучу снега даже молодому человеку совсем непросто. А если учесть, что 9 марта был пройден пик плюсовой весенней температуры, и все эти сугробы немного подтаяли, двор Валентины Ивановны превратился в сплошной гололед. Сегодня на помощь пожилой женщине пришли спасатели и волонтеры нашего города. Молодые люди, спасибо вам за заботу о нас. Спасибо большое. Валентина Ивановна живет одна, ей 79 лет, детей нет, и супруг скончался почти 30 лет назад. Такой помощи, говорит пенсионерка, несказанно рада и даже немного удивлена. Конечно, приятно. Я даже ночь сегодня не спала. Думала, ну, беспокоюсь, ведь молодежи столько идти. Мне неудобно, нет. Как рассказала пенсионерка, раньше приходилось отдавать минимум 500 рублей за то, чтобы снег сбросили хотя бы с веранды. Но и без добрых людей она не осталась. Во дворе снег помогают чистить соседи, а сегодня и целый отряд добровольцев. Почему вы решили заняться волонтерством? Почему помогаете? Мы здесь в связи с тем, что нас от института попросили, как добровольных работников, помочь бабушке. Бабушка одинокая, родственников не имеет. Мы как на добровольной основе приезжаем и помогаем одиноким людям. Нам самим приятно, им приятно. Помимо студентов, в весеннем противоснежном отряде есть и профессиональные спасатели. Говорят, что эта помощь хоть и небольшая, но очень важная. Наша задача – спасать людей, попавших в беду. И пожилые люди, которые не имеют возможности свою территорию очистить, как раз попадают под эту категорию. И мы должны им помочь тоже. В этом году сотрудники социальной защиты предоставили спасателям список из 33 домов, где требуется подобная помощь. Дом Валентины Ивановны – 9-й по списку. Ну, мы каждый день по несколько домов чистим. То есть там, где есть необходимость, мы выезжаем, смотрим. Если надо, мы чистим, продолжаем. Ну, я думаю, в течение недели закончим все. Екатерина Нерушкина, Дмитрий Аверкиев, Роман Фенин, эфир 24.